Ом Шанти Шанти Шанти. Ом Шанти Шанти Шанти. Шутоти таща, шушупто. Шутоти таща, шушупто. Шутоти таща, Сам-бхуддам-бхишая. Добавите, Эрдуна, это шунди хорошо. Меня нету. А? Меня нету. Вот сюда, вы знаете, хорошо. Ну, не знаю. Суп-то... Суп-то... Суп-то-брус? Суп-то-ха. Ха-ха, нету. Суп-то... Шупта плюс утитаща. Утитася. Супта плюс. О, утитася. Супта плюс утитася. Шупта плюс утитася. Потом. Шоушупта. Шупта. Будаха. Тамаха. Тамаха. Будаха. Тамаха. Будаха. Вот. Будхаха. Бабет смрити. Бабет смритихи. Потом. Сад ча. Ча сад ча. А. Ва будха. Вишая. Вишаяха. А. Ага нету. Вишая. Когда ша говорится женский. Ча абубудда вишая. Потом. Ава Будхам. Это знак дали, чтобы показать две санги. Вишая плюс Ава Буддхам. Да. Потом тот. Тат, тада. Тама. Тамана. Это санги. Шуптуттича уттитаща. Это значит, шуптуттита это слова. Сначала шупто, потом уттито. Это понимаете? Значит, сначала спал, потом встал. Это уттито. Уттито мин утпурбак стадату кто? А стадату? Стах. Утстах. Утстах. Уттито. Подниматься. Подниматься, да. Да. Значит, если немножко говорите больше. Человек сначала спал, потом, когда он встал, тогда что будет? Он просыпается. Нет. Мне кажется, он пробужденный. Саптуттитаща. The person who has got up from the sleep. Тот, который проснулся из глубокого сна. He has Смити бхавет. You will have a memory. Он, у него воспоминания есть. То, what is the memory? Шаушупта тама Будда. Шаушупта это прилагательно. Means in the state of deep sleep. Это шаушупта. Состояние глубокого сна. In the state of deep sleep is ignorance. That will be perceived. Невежество воспринимается. And then, when he gets up from the sleep, человек, который просыпается, he has the memory. У него есть воспоминания. That in the deep state of sleep, что в глубоком состоянии сна, это knowledge of
ignorance. У него знание невежества. Попросту тупь. Это нет, он знает, что был в глубоком сне. Знание, нет, у него воспоминание, что у него есть. Знаете, ваше путь я говорю. Как только такой свет получили, встали, тогда говорите, о, очень хорошо спал. Ничего не понял. Ничего не было там. Ничего не понял. Наконец-то не было сна. Что случилось вокруг. Там ничего не было. Это небесство. Это тому Богу. Тому Богу. Там вот это знание. Знание. Не знание. Знание не знание. Томас Минс Огьяно. Тогда говоришь, вы говорите, как говорите, ничего не знал. Это тоже знание. Да. Это знал, это знание. Это не знал, это тоже знание. Что? Но я ничего не помню. Да, знаешь, это тоже знание. Это как говорите. Это шушук-то, да? Это. После как бы спали от сушупки. Знание – это позитивная вещь. А сушупки-то там момент. Это полный негатив. А негатива нету. Ну, и возьми лампу и ищи темноту, где ты найдешь. Но. Выключи. Ты же ее не видишь. Ты же ее не видишь такой. Все это коротко написано. Поняли? Не знание это. А что такое бхагавет самридхи? Бхагавет. Бхагавет, возможно, это бидлинг не знает. Худату бидлинг. Это простите. Бидлинг это будущее меня должен и возможно. Должен вставать. Давай бхагавет. Ведь бхагавет почему говорили обычно. Такой прямой. Возможно, будет такой помятый. Богат смити. Понимаете? Поэтому же боготи смити не дали. Боготи дают тогда это обязательно. А богат это possible. Это возможно. Хорошо. Это теперь вы поняли. Или вопросы сказали, шушупто, понимаете, шушупто. Шушупто. Ну, то есть в состоянии глубокого сна есть знание того, что мы не знаем. В состоянии глубокого сна ваше знание невежества. И вас потом прийти придет, потом памяти придет. Потом, когда вы стали. Да, вообще, когда вы будете. Что тут еще? So Shukta, the verb is Шу, дхадату, шугату. Шушупти. Это шабдату. Шваб. 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 Швапно, они говорили швапно. А, свапно. Шваб. Это, скажи, ваша грамматика есть такой шабдату. Шапити, шупто, шапанти. Понимаете? В вашей книге написано есть шабдату. Шапоти, шупто, шапоти. Это шабдату, шабдату кто шупто. А слово шупта это? Шушупти одно слово. Шушупти. Шушупти. Шу means хорошо. А шупти means сна. Когда хорошо спали, значит, глубокий сон. Это шушупти. Шушупти. А его прилагательное, если говорите, это шоушупто. Шоу убегает. То это первый час поняли. Второй. Сачо вубудда бишая. Но это смити, сами, знаете, это женский род, а здесь женский род только есть смити. Потом, когда са говорит, это смити, это памяти, this memory, са. Обобуддха вишая,
It is the object of when you are awakened. Это объект того, когда вы пробуждены. Да, да, да. Абабуддха, Абабуддха, Буддха, то кто? Абабуддха. So when Абабуддха means when you are got up from sleep. Абабуддха значит, когда вы пробуждены. Как образ при пробуждении. Кто? Кто? Who? Кто? Who? Тот, кто? Объект пробуждения кто? Тот, кто? У кого смотрите? Смотрите. Есть памяти, когда спали, тогда не придет. Да. Потом придет. Поэтому это сачо. И это смрити Абабуддха Вишая. Это объект на состоянии пробуждения. Понимаете? Абабуддхам тут тогда тамаха. Абабуддхам. Это какой род? Род? Падеж. Нет, род. Или падеж. Давайте, как хотите. Мужской, второй. Мужской, откуда получили? Я думал, женский, четвертый. Здесь мужской слова, здесь есть, то мы мужской получили. А Абабуддха это женский? Чая. Здесь тамаха. А, тамаха. Тогда тамах Абабуддхам. Тогда средний тамах. Тогда весьма незнание небесеста. Это тогда понимается. Помяки что то понимаете? Вообще, your memory. What your memory? Что ничего не помню. Это means тогда. Тогда ничего не помню. Тогда тамах Абабуддхам. Тогда понятно. Да. Но это невежество. Да, что я был, был домой, да. Что было, я в невежестве. Что? Значит, мемории ваши нужно знать. Мемории, понимаете, вспоминаю. Угу. Память. Если что-то не случит, мемории вопрос нету. Это что не происходит, нет вопроса о воспоминании. Already о том, чего something. Не было. Something happened already. Нельзя вспомнить того, чего не было. From this you can have a memory. Да, то, что произошло, можно вспомнить. Память этого есть. So when you are awakened, you remember. Когда вы пробуждаетесь, вы вспоминаете. That when I was asleep. Что когда я был во сне. At that time I did not know anything. В то время я ничего не знал. That means I was in tamas, in avgyan. Был в невежестве, tamas. So, это поняли? Тат-тада, тат-ада. Тат-тада, тамаха. Когда вы пробуждаетесь, тогда вы понимаете, что? Грэма. Что вы были в невежестве? Тогда, тот тома. Тот тома. Свет незнания. А тот ада, вот из мин. Тот не знаете. Тот ада. Вот это середины, да. Тот тома. Вис то тома. Тот ада. Не вычисла. Ада. А тогда. Тот плюс тогда. А тот плюс тогда. Тот тогда. Тогда тот тома. Тот довольно тома. Тогда тот тома. Санскрита так. Куда довольно тома? Тогда тот тома Абабуддхам. Тогда это незнание будет perceived. Абабуддхам нужно perceived. Perceived. Воспринимать. Воспринимается. Воспринимается.
Какой perception получили это тогда? Какой perception? Какое восприятие вы получаете? Тама. Значит, я ничего не знал. Восприятие, что ничего не знал? Это тама. Хорошо. Отсутствие знаний. А там, а? Воспринимаете отсутствие знаний? Ну да. Ну что я ничего не помню, да, просыпаюсь. Это же тоже знание, что я. Свобода вообще обидно. Ом шанти, шанти, шанти. Ом шанти, шанти, шанти.